Сёлета беларускім студэнцкім атрадам 55. Невыпадкова на лініі Сталіна моладзь сёння высадзіла сад з такой жа колькасцю яблынь. Сорт дрэў слава пераможцам таксама абраны адпаведны святу. Дзякуючы намаганням удзельнікаў акцыі ў скверы з'явіліся не толькі пладовыя дрэвы, а і хвойныя расліны. З аздаблення гісторыка-культурнага комплексу па сутнасці і пачнецца адлік новага працоўнага семестра. У нас заключено порядка 300 договоров на 5000 рабочих мест по Республике Беларусь. И уже на данный момент либо отработали, либо продолжают работать порядка 300 человек. Традиционно вот в период именно до мая популярными среди молодежи это были сельскохозяйственные отряды, экологические отряды и сервисные. Но уже после того, как студенты сдадут летнюю сессию и активная фаза это июль-август, они приступают. Ступят на таких важных объектах, как Всебеларуская молодежная стройка в Островце, на областных объектах. Адзначыў, далучыцца да студатрадаўскага руху ў гэтым сезоне пажадалі больш за 20 тысяч чалавек.